Астрологический прогноз на 13 августа 2022 года. Это суббота. Луна находится в знаке Рыбы. Действует рекомендация 17-х лунных суток. День хорош для коротких и скорых дел. Хорошо решать вопросы, связанные с движением, поездками и транспортом. Хорошо учиться, лечиться, в том числе и голоданием. Начинайте ремонт и заниматься сельским хозяйством. Знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. День хорош для хозяйственной деятельности, для участия в семейных мероприятиях. Удачными будут покупки в дом. Принимайте поступающие рабочие предложения. Полезно в этот день наводить порядок и освобождаться от лишнего и ненужного. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День хорош для встреч, поездок и покупок. Хорошо проводить время в компании единомышленников. Самые удачные события этого дня будут связаны с окружающими или общественными местами. В этот день благоприятно действовать в соответствии с законами и инструкциями. Знаки воздуха. Близнецы, Весы, Водолей. День принесет выгоду и пользу. Возможно, получение денег и результативная деятельность. Любые ваши усилия будут эффективными. Хорошо наводить порядок, заботиться о своем здоровье. Ожидайте также счастливых событий, связанных с родственниками. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для украшения своей внешности и для участия в развлекательных мероприятиях. Хорошо проводить время с детьми и устраивать праздник дорогим сердцу людям. Хорошо делать подарки, посещать места отдыха. Ожидайте интересных предложений на будущее. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.